Конкурс «Серебряная пара» проходит в рамках проекта «Активное долголетие». Участвовать в нем могут супружеские пары в возрасте от 55 лет. Для этого нужно заполнить анкету, снять двухминутную видеопрезентацию о своей семье и отправить в оргкомитет по электронной почте. В теме письма важно указать «Серебряная пара». Заявки принимаются до 24 сентября. Первый этап – заочный. Жюри будет отбирать конкурсантов по присланным презентациям. Второй – очный. В нем примут участие 7 пар.